Степа! 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 Ты осла не трогай! Осла не трогай! Не трогай! Убрал топор. Убрал топор. Степа, беги! Степа! Спасайся, дебила, кусок, текай за городу! Не трогай! Ой, у меня есть пушка какая-то. Осла не трогай! Собака ты такая суд... Ладно, ничего, вернулся он, значит, вернулся. Короче, бомжары, сейчас сюда грабитель придет. Я не знаю, сможет ли он подняться на второй этаж, или я его уже закукарачу на первом этаже. Но! Какой у меня план на сегодняшнюю серию? Смотри. Опа! А, нет, это не то. Ну, на канал ты все же подписаться можешь, типа, чтобы ролики не пропускать. Но это не то, подожди. Ай! Ухо себе чуть не оторвал. Опа! Подожди, это тоже не то. Не, ну лайк как бы тоже можешь поставить, да, чтобы просто новая серия грабителя вышла. И сейчас... Опа! Опа! А вот это уже то. Какой у меня план на сегодняшнюю серию? Обернитесь, пожалуйста, ага. Красавчик. Вообще непонятно, что это Эдисон, да? Ну, если бы борода не торчала. И пирсинга бы видно не было. А так вообще не Эдисон. Даже непонятно. Какой у меня план? План мой заключается в том, что я бомж. Ну, в прямом смысле. Как видите, у меня вообще ни черта не осталось, кроме фака на стене. Я бомж, реально. Вот эти бомжи, они даже богаче, чем я. У них даже телевизор есть какой-то, который вы на мусорке нашли. До чего меня довела эта жизнь? До криминала. Эти воры, которые меня уже грабят на протяжении даже не знаю какого периода, они меня заколебали. А я чем хуже? Разве я вором не могу быть, да? Я тоже могу кого-то ограбить. И как раз таки в этой серии я это и сделаю. Я сейчас ловлю этого грабителя, закрою его куда-то в клетку, у меня еще остались, ну, немножечко так всяких предметов, которые смогут мне позволить как раз-таки его словить, я закрою его в клетку и вычислю, куда же он прячет вот это все награбленное добро, потому что... Я опоздала немножко, но пришла. А я тебя не звал, я тут серию записываю. Да, мы с тобой сегодня ничего не будем записывать. Что рассказывать? Ты меня звал сегодня грязать? Ты видишь то, что твой мужик на работе? Да ты так всегда ходишь. В смысле всегда? А, или это... Похоже. Да, похоже. Да, она говорит то, что я так всегда дома хожу. Короче, Катюха. Чё? Я в очередной раз отбиваюсь от этих грабителей. Каких? А ты вообще как бы не в курсе, да? Я тебе ничего не горил. Липчик, можешь забирать, если хочешь. Моя новая коллекция мерча. Ты-то дом не знаешь, где подарила? В самом ёпты... Элитном районе. Дебильном районе. Ты вообще в курсе то, что в этом районе настолько много криминала, то, что я каждый день отбиваюсь от грабителей. Прям каждый день. И вот просто посмотри, во что превратился мой дом. Ты видишь? Просто видишь? А изначально он как бы был хорошим, а? Мой дом тогда. А твой дом вот напротив. Стена. Ну да, пока что стена, но мы его потом достроим, да. А зачем ты тогда поставил дом здесь, в этом районе, если он плохой? Да, кто, дом плохой и район? Ты плохой. Почему я плохой? Кать, сейчас не до вот этих смеху... Это мат? Подожди, так нельзя говорить на серии, или можно? Нельзя. Короче, с шуточек, прибауточек. Потому что как бы я уже отбиваюсь от этих сраных бандитов уже 3 месяца, поэтому и твоя очередь пришла. Ты должна закаляться. Водой? Грабителями. Я не умею. Ладно, тогда мышку в руки, сиськи в зубы, или наоборот, сиськи в зубы. Отбивайся! Пес, пойдем со мной. И чё, как мне сейчас учиться? Ну, просто прям учиться? Да, ловушки расставлять, вот расставляй ловушки, знаешь, чтобы... Почему лестница сломана? Ну, потому что здесь все сломано. Так, расставляй ловушки, тебе нужно как-то словить грабителя. Грабитель, как всегда, здесь самый жесткий. Я попалась куда-то сама. Берешь, расставляешь ловушки, ловишь вора, и знаешь, что мы с ним сделаем в этой серии? Я вычислю, где находится склад, где вот это все награбленное его добро, не зря как бы у меня балаклава. Я приду и я сам ограблю грабителя. Мне кажется, такого еще никогда не было, чтобы я ограбил самого грабителя, который до этого 100 раз грабил меня.
Да блин, что ты преувеличиваешь? На самом деле с каждым человеком можно найти общий язык. Ну с каждым. Даже с грабителем. Не с грабителем вот нельзя. Вот хочешь, что? Я найду. Ты это... с грабителем. Кать, да? Давай мы сначала пойдем. Подожди, давай мы пойдем выпьем зелье невидимости, mm-hmm. А после этого ты пойдешь и Кать, ты даже через паутину пройти не можешь. Паутина возле тебя, ты идешь в паутину. Кать, не надо спускаться. Я поговорю. Не надо спускаться! Привет! Куда? Ой, как выйти? Ой, я застряла где-то. Ой, о, все. Привет. Слушай, как тебя зовут? Давай начнем с этого. Чё ты вообще здесь забыл? Чё делаешь? Как дела? Рассказывай. Зачем? Зачем ты грабишь? Скажи, пожалуйста. Ну, такое себе. Ну. Ты разговариваешь. Эй, я, в принципе, как бы всегда общительная девочка. Ну, давай. Это чё такое? Как? Ты дебила, кусок! Ты чё, Катю, электрошокер ему? Как? Всё нормально. Ты иди ты в сраку, пень горбатый! Я тебе говорю то, что ты дуремон, да подожди, я даже бегать быстро сейчас не могу. Я тебе говорю, ты зачем с грабителем разговариваешь? Я скорую вызвать? Нормально. У неё, походу, вообще кукушка после электрошока. Давай. Отдыхай, я сейчас сам разберусь. Ладно, грабитель там на первом этаже. Я сейчас пока начну строить ловушку, с помощью которой я его заманю. Нормально. Да я знаю, жива. Сейчас, подожди, да, я тебя обучу всем приемам мастерства защиты от грабителя. Смотрела в детстве кино «Один дома» фильм? Да. Кто смотрел, ставь лайк, хотя, мне кажется, никто не смотрел. Ну ладно, смотри, мы с тобой ставим два командных блока. Оп и оп. Смотри, что эти командные блоки будут делать. Раз, два. А, подожди, куда? Вот сюда, опа, ёханый бабай. Это никто не видел, сейчас подождите, я как-то плохо чердак сломал, наковальня мне сама на голову прилетела, сейчас все будет. Ошибочка небольшая, как бы не обращать на это внимания. Кать, что я хочу сделать в этой серии? Я хочу заманить грабителя вот в эту ловушку, я тебе уже сказал, да и всем уже сказал по 150 раз. Поэтому смотри, что мы сделаем. Строим две комнатки, делаем так, чтобы грабитель отсюда не смог выбраться. То есть смотри, сюда, это все мы с тобой ограждаем. Вот так, и все, он уже, в принципе, не сможет выбраться. Но это еще также не все. Пока он там на первом этаже грабит. Что он грабит? У меня нифига дома нет, поэтому я не знаю, что. Плеси, наверное, сосед грабит, да, и как бы мне без разницы. Первая клетка готова, сейчас сделаем вторую клетку, она будет вот здесь. Как только он сюда забежит, мы с тобой все порешаем. Открываем вот эту дверь, Не, вот это можно закрыть, чтобы он вот сюда забежал. И потом мы с тобой устроим небольшой такой допросик. А сейчас! То, что нужно было сделать с самого начала. Учитывая то, что ты, Катюха, нубасина еще примерно на 90%, поэтому просто смотри, как делает все мастер. Не запоминай то, что на меня самого как бы наковальня словилась. Это не нужно запоминать. Смотри, я беру зелье невидимости, выпиваю его. И топаем к вору. Зелье невидимости, как бы, если ты не знала, дает невидимость. Да, вот это шок. И с этого момента грабитель меня не видит, не может видеть. На протяжении 8 минут. А почему ты раньше так не сделал? Потому что я как бы вот он. Ты тихо разговаривай. Я как бы хорошо. Тихо разговаривай. Хорошо. Я тебе изначально говорил, чтобы ты выпила зелье, понимаешь? Хорошо. Так, смотри. Смотри, это хрюха пропернюха, он даже стул мой украл. У тебя пусто уже. Да, конечно, у меня уже пусто. Он этот дебил у меня стулья просто ворует. Так, смотри, у меня как бы тоже есть электрошокер. Сейчас. Он нас не видит, поэтому вообще без разницы. Смотри, как побежал. А пока он побежал на кухню, смотри, Катя, что мы с тобой сейчас сделаем. Быстренько. Сюда. Ловушка, запоминай, как делается ловушка. Потом мы с тобой берем вот эти натяжные штукенции, мы с тобой перекрываем с помощью нитки. В эти штукенции диспенсеры, раздатчики они называются. Мы с тобой ставим по 32 стрелы, которые отравляют при попадании. Как только этот грабитель выйдет, он наступит на эту нить. В него выстрелят стрелы с двух сторон, пуф, в голову, сознание потеряет. Все, морг, кома, больница, и он больше оттуда никогда. Хотя этот грабитель вообще бессмертный, как я понял. Поэтому с ним все будет хорошо. Просто запомни эту ловушку. Так, все, ждем здесь, пока он выйдет. Ага. Подожди, у меня еще шипы же есть. Смотри, в ухо прям нет, включится, смотри. И у него еще отравление.
Конечно, кошмар. Жалко, можно в смысле, не надо его жалеть, Кать, он тебя электрошокером шандарахнул, какие жалеть. С кем не бывает, может быть, просто контакт не пошел. Контакт не пошел. Хотя пошел бы. У него контакт со вселенной с самого рождения не пошел, как только он родился, поэтому он не стал как бы грабителем. Сейчас он зайдет туда, а я его заманю с помощью золотых монет. У меня еще айфон есть, поэтому... Подожди, там же бомжары. А что он с ними сейчас будет делать? Надеюсь, что будет. Вы что тут, людей убиваете, что ли? Сваливай отсюда! Сваливай отсюда! Вызови полицию! У моих друзей эти бомжары меня накормили при... Они мне яблоки дали. И так что ты сидишь, ты тут не полицию вызывай! Да немедленным шагом обеги! И дверь не закрывай, да возьми ты уже этот телефон в руки, да реально вызови полицию! Кать, не смейся, не смотри на меня. Мы с тобой здесь не в игрушки играем, а здесь людей только что убили. Да вызови ты полицию, Кать, хватит смеяться! Я не просто видео помалькал, да смотри, двери передо мной закрыла. Вот как люди реагируют на то, что перед ними других людей убили. Ладно. Опа. Опа. Сейчас он вот сюда 100% забежит. Оп-оп-оп-оп-оп. Как мы его заманиваем, Ага. Жалко, конечно, бомжей. Но что поделать? Это была приманка. Ага. Ну чё? Суслик мой блохастый. Попался, ядрить колотить, попался! Все, выбраться отсюда не сможешь! Ха-ха-ха-ха! Ну здорово, грабитель! Да, здорово! Да все, хватит прыгать! Сейчас шандарахну тебя по яйцам электрошокером! Хватит прыгать! Вот мы с тобой и встретились лицом к лицу. Или электрошокером к электрошокеру. Мне от тебя нужно знать только одно. Я с тобой здесь не в игрушки собрался играть. Скажи мне адрес своего склада. Где ты собираешь вот все эти награбленные вещи? Где, в принципе, мои вещи? Ты у меня только телевизоров штук 5 так украл. Я новые покупал каждый день. Адрес сказал быстро. Скажи, где ты прячешь все награбленные шмотки? Вот до чего меня жизнь довела. Какой адрес? Адрес, где ты живешь. Адрес. У тебя 100% есть какой-то склад, куда ты собираешь все свои награбленные шмотки. Я далеко живу. Да мне без разницы, где ты живешь. Просто скажи адрес, я туда доеду. Нет склада. Выпусти. Сейчас я тебе, знаешь, куда выпущу? В тот мир. В рай или в ад, там уже смотря, куда ты попадешь. Так, смотри, что мы с тобой сделаем? Какой бы лучше сначала... Посмотри в соседнюю клетку. Посмотри вот туда, в соседнюю. Ага, вот туда смотри. Ага, не хочешь гореть, значит, где склад. Посмотри-ка ты вот сюда, в эту клетку. Посмотри. Видишь? Угу. Ой! Да. И через 3 секунды такая же наковальня свалится на тебя. Смотри, просто проверяй. Раз. Или адрес. Два. Будешь адрес говорить? Адрес скажешь? Не скажешь. Полетела наковальня на башоночку. Ладно, выбегай! Успел. Руки вверх, быстро пистолет выбросил. Быстро. Прошел в другую часть комнаты прошел. Быстро, я сказал. Там и стой. Забегай обратно. Быстро сюда. Быстро. Собака ты такая. Адрес сказал. В эту же секунду или я еще одну наковальню запускаю. Раз. Два. Где живешь, суслик? Быстро признавайся. Город Жапостранск? Да ладно. Улица Пушкина, 69. Ты живешь в Жапостранске, Эдуарда Перетяна тебя до сих пор не словил, не посадил за клетку, за решетку. Дом 45, квартира 0. А как квартира 0 может быть? Ты ничего не перепутал? Только выпусти. Квартира 0! Врешь, суслик! Врешь! Ладно, тогда еще одна наковальня полетела прямо сейчас. Раз, два... Врешь, суслик! Врешь? Правду говорю. Так, хорошо. Еще раз. Город Жапостранск, улица Пушкина, 69, дом 45, квартира 0. Хорошо. Я тебя прямо сейчас выпущу, если ты смотрел мою предыдущую серию грабителя. Точно смотрел? Башкой помахал? Смотрел. А ты смотрел предыдущую серию грабителя? Если не смотрел, я просто надену эту балаклаву, приду сегодня к тебе домой и сердечко твое украду.
Вот настолько сильно украду то, что будешь реально смотреть предыдущую мою серию. Посмотри, пожалуйста, не будь жопой. Не заставляй меня и на тебя наковальню спускать. Прямо сейчас над мной появится подсказочка, нажми на нее обязательно, потому что в предыдущей серии я подружился с этими бомжарами, а ты такая собака друзей у меня единственных отнял. Посмотри, пожалуйста, не заставляй меня надевать балаклаву и сегодня ночью приходить в гости к тебе. А ты... Ну ладно, ты мне сказал адрес, поэтому я тебя отпущу. Ну, пока. Отпускаю. Пока. Угу. Ой, подожди, я не туда нажал. Вот сюда. Ага. Извини, ошиб. Да я выпускаю. Да выпускаю. Да сейчас я выпущу. А пока. Выпустил. Хороший грабитель, наверное. В жизни он хороший человек был. Ну, до того, как стал грабителем. А в следующей серии... Этот сезон перерастает из того, что меня грабят, в то, что я буду всех грабить. Ну, хотя, по крайней мере, вот этого грабителя ограблю. И научу Катюху защищаться от грабителей, потому что ей тоже нужно знать всякие уроки там мастерства ограбления. Потому что как же она выживет в этом районе, если не я ее научу. На этом мы прямо сейчас закончим эту серию и будем готовиться к ограблению. Я отправлю Жабосранск, может навещу Эдуарду Перетяна, пока что не знаю. Похороню вот этих бомжей, потому что с ними, ну, не все ладно, как вы видите. Грабителя тоже похороню. И отправлюсь искать этот склад. А подпишись на канал-ка ты лучше, пожалуйста. Потому что следующая серия выйдет вот прям, вот завтра она выйдет. Если ты не хочешь ее пропустить, обязательно подпишись и обязательно жми на колокольцы, чтобы всегда получать уведомления сразу же, как только я буду выпускать свои ролики. Я всем скажу огромнейшее спасибо, нажми на конечную заставку, которая сейчас появится, чтобы перейти на предыдущую серию, если ты все же ее еще не видел. Я тебе скажу огромнейшее спасибо, всем удачи и снимаю перед вами даже балаклаву. Я же джентльмен. Всем пока.